родителей. Нужна. Они у них и так есть. Вот у нас сидит с инвалидом. Все это понимают. Или я не прав, скажите, что я не прав. Ну кто скажет? Ну вот у нас всем это прекрасно, вам нужен ремонт. Ну секундочку, подождите. Ремонт отремонтировал помещение. Течет, если я правильно поняла, только вот купить. Ну да. Здесь под домом. Это просто надуманное. Конечно, это надо не может потечь. Тут не потечет, тут люди живут. Да на ремонте денег распилить можно. Нет, если не течет программа, течет козырек, и все. Там 5 квадратных метров. Для этого не надо все здание эвакуировать. Да, конечно. Мы Сергеевна. Если честно, даже не там течет, а течет где-то в другом месте. Женщина. У кого-то в головах что-то течет уже. Вот. Текут деньги, доллары. За границу у вас течет, там, я не понимаю. Загородный дом у вас где-то течет. Зачем делать ремонт? В отремонтированном помещении уже сотый раз говорю. Зачем? Деньги распилить, делать ремонт дома.